Лето – отличное время для того, чтобы по-настоящему отдохнуть после трудового года, однообразных будней и нашей затяжной зимы. И не обязательно отправляться за границу, чтобы насладиться жаркими днями. Россия тоже способна предложить необычный отдых. Пляжный, экскурсионный, оздоровительный, как говорится, на широкий выбор. Туры по нашей стране и, в частности, Верхневолжье в нынешнем году популярны как никогда. Наступили долгожданные жаркие дни, а вместе с ними и летний отпуск. Для россиян каждый год встает вопрос, где отдохнуть этим летом. Белые пляжи южных морей или прозрачные озера в горах, тихие прогулки по старинным городам или шумные аттракционы, рыбалка или дайвинг, экзотический гастротур или экотуризм. Выбор, куда поехать в отпуск в России, велик. Что выбрали тверичане, об этом мы решили поинтересоваться у них самих. Где лучше отдыхать, в России или за границей? Мне кажется, что каждый выберет для себя удобный отдых, как в России, так и за границей. Но я лично предпочитаю отдых в России, так как у нас много интересных, разнообразных мест. Конечно, Россия. Я сам из Узбекистана. Конечно, здесь лучше России. А чем в России лучше? Ну, здесь цивилизация, здесь как там, климат хороший. За границей. Почему? Там дешевле. А в России дорого? Дорого. В России тоже есть красивые места. За границей тоже можно. А в Тверской области любите отдыхать? Ну, нормально. Если по музеям, то можно за границей. Ну, в России тоже посмотреть, что есть. По результатам опроса можно смело сказать, что популярность отдыха в России явно набирает обороты. К примеру, базы отдыха Тверской области отлично пойдут поклонникам экологического туризма. Природа области славится живописными озерами и реками, заповедниками, а также культурными и историческими местами. Одним из самых популярных мест для расположения баз отдыха является озеро Селигер. Его обширная береговая линия позволяет строить базы на расстоянии друг от друга, создавая уединенные места для отдыха в тишине и спокойствии. Также на Тверской земле есть немало очень популярных турбаз, среди которых можно назвать всем известные Орлинку, Сокол, конечно же, роскошный палас-отель Селигер с современной и благоустроенной инфраструктурой и большим набором досуговых услуг. Отдых в таких местах не только комфортный, но и по-домашнему уютный. Сегодня все больше россиян вновь открывают для себя родные просторы и находят массу преимуществ отдыха в России. В Тверской области найдется место и для любителей активного отдыха. В Сахарове или на Константиновском карьере вы сможете освоить катание на вейкборде и даже покорить волну. Кроме того, здесь можно начать осваивать сабборд, а также есть батут, веревочный городок, скейт-парк, волейбольная площадка, турники и зона отдыха с качелями. А многие гости столицы Верхневолжья начинают знакомство с нашим регионом с обзорной площадки в бизнес-центр Тверь на Смоленском переулке. Отсюда открывается, пожалуй, лучший вид на весь город. Обзорная площадка – это идеальное место, где приятное обслуживание и вид на город сочетаются с высоким искусством кулинарии. Так что для каждого найдется интересный и незабываемый отдых в родных краях.